Здравствуйте. Извиняюсь за картинку. Попробую лишь, чтобы голос был поближе к камере, потому как ветрено немного, и чтобы слышимость была получше, потому что без микрофона. Хочу рассказать об островном столкинге, особом таком. Сардиния, Италия, столкинг, значит... Закрытая сейчас, в общем-то, Сардиния в красной зоне, поэтому очень-очень мало народу. И я поняла, как этот мир функционирует при малом количестве людей, приезжих туристов. В общем-то, многие добровольно участвуют в этом столкинге, жители города. От бездомных, которые за пиво, за то, чтобы быть просто активным, за поддержку. Они, что говорят местные? Сарды говорят, что мы мультобъединены. Объединены сарды в чем? Против всех. Против итальянцев, против иностранцев, которые все захватчики, которые должны им деньги давать, и все. И тут же, как говорится, посылать их на три буквы. Всех. Вот. И они манипулированы просто. Все жители просто манипулируют. Они объединены, да, вот против, вот сейчас против столкинга, да, они делают столкинг, потому как, ну, не знаю, что говорят обо мне, потому что не знаю. В общем, самый плохой человек в мире, давайте наказывать. Вот, значит, что, потому что все участвуют, буквально. Людям делаешь просто, я даже этой, которая бездомной, которой... Я ей руку помощи протягивала, предлагала делить аренду, чтобы нормально жила человек, чтобы не вываливался из где спят бездомные. Утром уходить, а вечером только приходить и делать, целый день надо шататься по городу при любой погоде, то есть абсолютно. Вот, и что? Это же ходит, меня орет, терроризирует, кричит что-то, какие-то ругательства на остановках. Сейчас уже не одна ходит. Она там раньше всегда одна мне дорогу пересекала, сейчас уже двое таких же оболтусов, безработных, как она, бездомных, с ней стоят, ее тыл прикрывает, потому что она цикливая, а что на меня орать-то? Вот, поэтому ей матами надо орать, когда я прохожу, уже села в автобус, вот тогда ей надо кричать матами, чтобы я, ну, как я, уже ухожу, уже ничего не ответить не могу, тем более, что она с двумя мужиками стоит. Поэтому, ну, в общем, от безработных до всех, до адвокатов, потому что адвокаты манипулируются, абсолютно все манипулируемые, они просто, некоторые отказываются, значит, они сначала нормально принимают мое дело, потом через час, через день они или отказываются адвокат, которые честные, другие, то есть меня, ну как... И деньги взять, и на работу, или бесплатно, или, ну, в общем, работать против меня, чтобы я время потеряла, чтобы сделать дело против меня обернуть, чтобы потерять, а не приобрести по этому делу. Потому как сейчас идет так называемое организованное преследование, оно идет судебное, да, то есть все сталкеры, не все сталкеры, большинство сталкеров, лишь бы к чему-то прицепиться, они пишут заявления. Пишут заявления, которые поддерживают тут же силовики, которые очень с удовольствием поддерживают. И пишут заявления, и идут вперед эти заявления. Мои же заявления в архив идут. Потом другое. Что случилось на днях? А, последнее, не последнее время, давно уже ходят выстрелы. Идут выстрелы, стреляют волновые, вот это горячее облучение горячими волнами, когда тебя обдает абсолютно горячей волной, голова кружится, пот выступает градом, и слабость вообще безумная, до дрожи в коленках, можно свалиться. Вот, значит, было в середине апреля. В автобусе молодчик один заходит, садится за мной, значит, выстреливает. Я чувствую этот удар тепловой. Я поворачиваюсь. Он, оборачиваюсь к нему, то есть он сзади меня, наискосок. Оборачиваюсь, он сразу упирается, свой взгляд в окно упирает. И зажал свой гаджет под мышкой.
И я как раз выходить должна была, я вышла. Вот, буквально вышла на этой остановке. В следующий раз в субботу нахожусь в супермаркете МД. Во сколько? Около 2 часов дня. Ну, в такое время, которое здесь обед, и которое никого... Он и там вообще редко посещаемая, зона такая мертвая. Мало там народу всегда, а в этот период, в обед вообще никого. Короче, во всем супермаркете, может быть, двое или трое было людей, покупателей, и большой супермаркет. Стою, я хлеб выбираю. Вот, опять у меня отдает, вообще никого нет, да, отдает горячей волной, опять подпрошибает, оглядываюсь. Стоит, ну, в рабочей красной майке, у них красная майка рабочая, человек с этого магазина и отворачивается, и якобы делает уже вид, что он фотографирует там витрину, и быстренько уходит туда, на склад. Я иду за ним, зову его, он там с помощницей с какой-то, говорю: так, та, сеньор, иди сюда. Вот он идет, я ему говорю, что я все видела, что ты это сделал, что ты выстрелил, что ты вообще, ты знаешь, что ты преступник. Все, он там типа того, ну, дергнулся, конечно, видно, что виноваты глаза, виноваты, забеспокоился, он не ждал этой реакции. Вот, начал, конечно, говорить, что он ни при чем здесь. Вот, что он там... А, другая. Видно, что одна тетка, которая была работница, другая, начала орать, что вызовем полицию. Вы здесь, вы что здесь устраиваете? И это. Но тот сразу ушел, значит, утихомирил ее, что не надо вызывать полицию, потому что он не прав, да. Ну, я как-то все сложила, покупки в сумку, уехала домой. Одумалась, вернулась. Вернулась я, в магазин прихожу, спрашиваю, смотрю, камеры вот эти, где камеры, если зоны все покрыты камерами. Вот выходит этот заместитель руководителя. Руководителя уже этого нет, это руководитель был этого магазина. Вот. Выходит зам руководителя и спрашивает, что случилось. Я ему говорю, он начинает меня просто упрашивать, да, у него семья, мол, типа, вы представьте, у него семья, но жалко же, оставьте это дело, мол, типа, этого не надо полиции. Вы представляете, они имеют, значит, стреляют, убивают нас, убивают здоровье, убивают незнакомых людей, а у них, понимаете ли, их семья, вы пожалеете их, потому что у него семья. Это вообще неслыханно. Выхожу на улицу, жду полицию, которая приехала. Вот, значит, сначала была проверена я от и до, а потом спрошено было, на машине ли я приехала, что можно и машину проверить, значит, все на свете, да, перетрусить машину, все вот это. Но я приехала не на машине, а на автобусе, поэтому больше проверять было нечего. Один остался со мной, позвонил там другим полицейским, должны были приехать. И один пошел проверять камеру якобы. Вернулся он буквально минуты через 4. Я говорю, ну что? Да, сеньора, короче, кто вам приблизился, он ничего не сделал, ничего не видно на камерах. Я говорю, да ну, вы не смотрели никаких камер, потому что ко мне никто не приближался. Это был выстрел где-то 10 метров. Поэтому он сразу так это... Ну что, полицейский такой. А другие стали смеяться, мол, типа того, говорю, ничего смешного. Говорю, поэтому вам не верят абсолютно. Почему здесь, ну, в общем, такое, ну, не знаю, такое, что за отношение такое. Ну, все, мне там бумажку какую-то выдали другие, ждали меня, чтобы я подождала какую-то там бумажку. Пришли, приехала эта бумага, я расписалась, уехали, но не по заявлению. Мол, типа, того, сеньора, все в порядке, ничего нет, все. Вот. Вот такое вот, значит, вот такое вот отношение силовиков к выстрелам, к нашим выстрелам, к этим тепловым ударам, которые делаются. Вот. Значит, вот такое вот отношение к организованному преследованию островок, которые участвуют очень многие люди. Что могу еще добавить? То, что продолжается облучение головы, промежности, кишечник, отравление кишечника, отравление всем тем, что, ну, что я приобретаю для
повышение моего иммунитета, все средства, они отравляются, добавляется туда химия. Вот, продолжаются вещи, которые можно проникнуть в дом мой, заходят, отравляется все то, что можно отравить, то, что новое я покупаю, потому что всегда идет отслеживание, кто, что я покупаю, и пытается это свежие эти вещи купленные. Если они еще не отравлены в магазине, то они отравливаются дома, да. Вот, поэтому надо здесь глаз да глаз. Ну, на этом, на сегодня, на этих двух эпизодах я остановлюсь. Берегите себя, предлагайте ваши предложения, если у кого какие идеи. Выслушаю всех, пишите и настойчиво стучитесь ко мне, потому как будто вычеркивается, зачеркивается, не дается вам связываться со мной. Связывайтесь и берегите себя.